Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Болтун – это переход между первой и второй кастой. Это свое изречение я использую для того, чтобы обозначить вот это явление. Между кастами есть переходные состояния. И между первой и второй кастой такое состояние тоже есть. В первой касте человек учится создавать материальные физические вещи, ценности. Ну, лепить те же горшки, кирпичи создавать или вот вырезать что-то. Элементарно веники вот эти для бани плести. Это все делается для того, чтобы развиться в первой касте. И, естественно, человек в течение некоторого количества воплощений проходит первую касту. Но если на это тратится где-то 20-30 жизней, 20-30 воплощений, то это хорошо. Некоторые, бывает, зависают надолго. Почему? Потому что они пьянствуют, и из-за этого сознание их не развивается. Они вот застревают на этом уровне. И на первой касте можно застрять и на сотни воплощений, и на тысячи воплощений. Если все время пить, то переход не происходит из касты в касты. Сознание, оно не развивается, оно деградирует и остается на вот этом уровне. Но в течение какого-то количества воплощений человек развивается, и уровень одной касты он бывает взят, ну, каким-то образом. И тогда происходит переход. И переход с первой касты на вторую касту – это состояние болтуна, когда человек разговаривает абы как, и язык у него все время пределе, что называется. На самом-то деле он болтается без дела. Во-первых, речь явно бессвязная. Человек болтает что? Все то, что на глаза ему попадется. Это то, что называется, что вижу, то пою. Вот такое состояние. Концентрироваться на одной какой-то конкретной мысли такой человек не может. Почему? Потому что мысли ему бесконтрольны. И речь его бессвязная, и такой человек обычно раздражает других людей. Болтуны никому не нравятся. Они не нравятся и людям первой касты, и людям второй касты тоже не нравятся. Почему? Потому что речь их бессвязная. Но это вот определенный уровень развития. И через него нужно пройти, чтобы попасть во вторую касту. Ну, достаточно такое тяжелое состояние для самого носителя, но вряд ли он до конца осознает свое положение. То, что он никому не нравится, то, что он никому не нужен, все его выталкивает из своей среды. Ну, потому что такой болтун – это досадная помеха всем. Он отнимает время у всех. Но, как говорится, ничего не поделаешь. Это такой уровень, который все равно нужно проходить. И переход между первой и второй кастой – это болтун, состояние болтуна. На этом я эту часть раскрыл, кастой вот этой структуры общества. До свидания, до новых встреч.